Сегодня началось досрочное голосование, и наш участок открылся вовремя. Приходят и семьями, и молодые люди, и пожилого возраста. Досрочно голосуют те, у кого в основной день нет возможности прийти и проголосовать. На участке соблюдаются все меры защиты в связи с коронавирусной инфекцией. Мы предусмотрели открытые кабинки. В кабинках специально сделаны полки, которые есть возможность обрабатывать. Стоят жидкости, антисептики, одноразовые перчатки. Ну, то есть все меры, которые позволят сохранить здоровье и людям, которые приходят голосовать, и членам избирательной комиссии, наблюдателям. Составной день выборов выходной, и у нас есть планы семейные, мы хотели бы уехать, поэтому так, чтобы это было спокойно, уже сегодня можно это сделать. Каждый человек должен проголосовать, потому что ему жить надо с президентом вместе и трудиться честно.